Мотомагазин Dreambike. Сегодня на видео мы рассмотрим новую модель от KXD Moto, KXD 706E, 500 ваттный 24 вольтовый детский мини-кросс, детский мотоцикл электрический. Вот только недавно мы получили эту модель. Визуально, да и технически, по ходовой части она соответствует бензиновым моделям, то есть ее вес практически полностью соответствует весу бензиновой модели, ну если только совсем чуть-чуть побольше. Но при этом характеристики достаточно неплохие для данного класса техники. Вот на видео мотор 500 ваттный, 24 вольта. Цепь достаточно установлена задняя, 25H. Это типа размер цепи. Аккумуляторы, сигнал звуковой и индикатор заряда батареи. Вот, приводится, естественно, в движение мотоцикл ручкой газа. Вот такой достаточно яркий детский мотоцикл. Блок аккумуляторных батарей вот здесь находится. Собственно говоря, достаточно красивый мотоцикл.